Итак, как их обычно приветствуют, как они приветствуют своих поклонников. Уру-ру-ру! Ребята, группа с диагнозом. Привет. 7Б у нас в гостях. Привет, добрый вечер. Привет всем. О, впервые за долгие годы вы у нас, и это чрезвычайно здорово. Слава богу, лучше поздно, чем никогда. Вот и встретились, да. Вот и встретились, потому что масса действительно знаковых событий произошло в группе. В частности, мы практически чуть не пропустили 20-летний юбилей творческой деятельности лидера коллектива Ивана Демьяна. Иван, да, поздравляем тебя. Поздравляю. Какого числа? Ну, это было между, в общем, ноябрем и декабрем. Прошлого года. 20 лет назад. 20 лет назад. Да, начало, да. Тогда все началось с группы «Религия», с этой религии, да. И ты можешь вспомнить, какие были тогда заповеди 20 лет назад у этой религии, которую ты начал? Ну, это были те же религии, что и сейчас. То есть ничего не изменилось? Это те песни, которые я почувствовал, этот поток, который не взошел на меня откуда-то с небес, поэтому это было сразу мысли одни, как называть группу, и я почувствовал, что это религия, это моя религия, мое творчество, и те песни, которые ежегодно пишутся в альбомы, и обязательно одна-две песни составляют из религии. «Багаж большой» песни писались просто по несколько песен в день. Ничего себе. Нет. Поэтому «Багаж большой», некоторые песни, были. Такие песни, как «Знаю, будет», «Я любовь» и так далее, это, ну, очень все одни. Это еще с тех времен получается? Из всех, да? Времен они вставляются в новые альбомы, угу. Которые реально пишутся. Которых, напомню, 7 штук, это... да, альбомов сейчас? 8 альбомов, да. Хотя у вас вокруг плюс семерки очень много вертится. Интернет-синглы, плюс по 13 треков. В общем, песен много, и у каждой песни своя судьба, она через какое-то время как будто ждет свое предназначение, когда она подберется, когда как-то она попадет именно в трек-лист альбома, и вот мы каждый год через полтора-два записываем альбомы. Угу. Иногда они просто ждала второй альбом, но не попала. Потом с каким-то случайным образом она попадает и начинает делать свою судьбу. Давайте начнем делать тоже. Свою судьбу на волнах Авторадио, поскольку вы впервые. Давайте начнем живое выступление, и пускай тот, кто до сих пор не знал замечательную группу 7Б, познакомится с вами. Поехали. Начнем с замечательной песни «Зима». Еще раз всех с прошедшими праздниками, с Новым годом, Рождеством, Крещением. И «Зима», с Новым годом тебя. Поехали. Ночному городу не ходят трамваи, пути в депо замело. Слепит свет в глаза из окон стороны. К утру прилетят к твоим деревьям вороны. Солнечный край потеет, худеет, воюет. Снежный край играет, танцует, поет. Зима, это ла-ла-ла-ла. Зима, с Новым годом тебя. Дым из трубы в закопченное небо. Стелит блеск с треском крещеный мороз. Окуталось это время. Красный нос, чтоб этот век не замерз. Солнечный край потит, худеет, воюет. Снежный край играет, танцует, поет. Тебя. Зима, это ла-ла-ла.
меня был выключен микрофон. 7Б у нас в гостях, друзья, и продолжим в Юже через пару минут в прямом эфире. Друзья, продолжаем общение. У нас в гостях группа с оригинальным названием 7Б. Тут, конечно, ну, понятно, что люди, несведущие в психиатрии, задаются все равно вопросом, почему 7Б? Ну, вот это тут старинный вопрос. Но я, как человек, который имеет у себя справку психопатии 7Б... На всякий случай. На всякий случай, да. Могу пожать сейчас Ивану. Вы на одном языке можете говорить. И у которого сын учится в 7Б классе. Тут все сошлось просто, понимаешь? Да, пазлы сошлись. Пазлы сошлись, да. Ну вот. Вы то идете, а нам с ним еще работать. Получилось три семерки, действительно. Ну, вот понимаете, все что угодно может случиться. Но главное, что случится 13 февраля. В 16 тоннах будет день рождения Ивана праздноваться. Вот. Я не знаю, насколько это действительно регулярно. Это каждый год происходит, твой день рождения? По концертам, я имею в виду, отмечается или да, нет? Да, как-то традицией, в общем, все завернулось. Так, то есть не любишь ты дома отмечать? Все ждут дня рождения, в общем, у нас день рождения. Это просто концерт или всегда что-то из ряда вон? Ну, я не знаю, будешь ли ты в этот раз выходить, допустим, из окна на простынях, или это уже все, или это было и годы? Ну, когда-то пошло одним, я хотел сделать концерт, и, ну, также приурочить к дню рождения, но вот лет 7-8 назад, и под мой день рождения у меня ушла мама. Все-таки концерт не отменил. Я назвал это как бы «Черный февраль», в общем, траурным концертом. И плюс у нас еще с нами работала Даша, и они прям в день, и я после концерта, в следующий день уже с нашим директором, администратором, тоже она ушла из жизни. Иван, Этот получился все равно, нужно было дать концерт, и это было, эти люди все пришли поддержать. И после вот этой истории, вот этого события, на следующий год я обязательно хотел сделать один из концертов, который не в таком формате будет. И вот так все, в общем, по накатанной получилось традицией. Понятно. Ну, хорошо, что традиция жива. Коллектив жив. Коллектив постоянен. Прекрасные ребята, которые не расстаются друг с другом практически не на один час, да. И главное, что жива музыка группы 7Б, и много новых песен появляется. Давайте продолжим музыкальную программу. Сейчас одна из любимых прозвучит. Поехали. Я любовь. Угу. Время смеялось над пьяной любовью в черных очках. Красное солнце чувство сжигая, ветер разносит этот прах по земле. Исчезну, чтобы вернуться.
продолжаем разговор. Потрясающий коллектив, конечно. 16 лет уже, да, исполнилось группе в прошлом году. В этом году уже 17. 17. Ты не ведешь статистику, Иван? Сколько действительно за все это время было дано концертов? Так, если бы я сам себе потерялся. А сколько выпито было за это время? Ну, не потерялся. Это не нашелся. Да, браво. Но здесь не потерялся, да, сколько выпито. Культура питья всегда присутствует, я могу долго дискуссировать и философствовать на эту тему. Пью 6 лет, выпиваю, но поэтому... Честно признание, так. Так родился, мама всегда говорила, для крови, для здоровья и так далее. Набивала. Родился в Молдавии, поэтому у нас на семью 9 тонн вина, поэтому угощение и так далее, культура питья с детства было привита. Культура питья, да, конечно. Понятно. А сколько городов вы осчастливили своими выступлениями? Вся страна объезжена или еще остались уголки, куда вы не добирались? Практически вся страна есть вот именно в каких-то, допустим, в регионах, там, Дальний Восток. Может, еще не все прям города, но иногда мы прям самые провинции заезжали за какое-то наше время. Вот Сахалин, на Сахалине не были еще ни это разу, что? Допустим. Сахалин, это, ну, вот ждите. Точечно осталось, точечно поставить наши, можно сказать, МБшные флаги на каждый... в общем, на каждом участке карты. Да. Хорошо. Меридиане. Или дорожном километре, вот так бы я сказал, города. А сколько раз вы пели «Молодые ветра»? Это практически песня всегда сопровождает в каждом нашем концерте. И ну, согласись, визитная карточка ведь, да? По конечно, идее, это, с чего все как началось? Можно сказать, сказка о Золушке началась именно с «Молодых ветров», и очень так же удивительная какая-то история произошла. И, в общем, всегда подбадривает, когда ты ее поешь. Она никогда не лопает тебе? Меня психологически. Невозможно психологически сломать ту песню, которую именно сам автор написал, сам этим жить. Очень сложно, я знаю очень многих музыкантов, которые также поют хиты, но уже давно пережили какую-то историю, но и не своего авторства, как певец. И я чувствую психологически, как тяжело некоторым певцам именно исполнять то или иное, где было написано 15-20 назад, и исполнять это постоянно на своих концертах. Но... пока я еще этого не ощущаю, я чувствую эту мощь, эту радость этой песни, энергетику, где я всегда от мала до велика все люди ждут эту песню, ну, также ждут. Опять же, понимаешь, если бы это спел другой какой-то исполнитель или другая группа, это было бы по-другому, потому что у группы 7B есть вот фирменный вот этот вот стиль, вот откуда это взялось, вот когда, откуда вот это родилось фирменное, понимаешь, такое отставание, вот та же самая сейчас была «Я любовь», да? Ну, Денис Майданов бы спел там «Я не ветер», «Я не солнце», так патриотичнее, понимаешь? А вот это вот оттяжка, это с самого начала вот так вот пошло, такое притормаживание фирменное? Ну, какой-то фокус удался, вот именно когда ты, ну, что-то производится, и вот здесь вот ты почувствовал, когда идет поперек такта что-то, идет ритм, а ты читаешь какую-то другую мелодию. Ты в сильную долю вообще не можешь. И здесь вот получилась какая-то вот фокусная картина, где я понял, ох ты, очень интересная вещь фишкой, получилась, да. Понятно. Продолжим концерт. И еще одна композиция. Что дальше? Композиция, песня называется «Без тебя» и из нашего крайнего альбома «Солнце решать». Цвет, волосы в цвет, под серебро, кровь молоком. Нет, да или как, тут все равно будет кино. Твой главный герой тянет вино каплей на дно. Как не хватает так жить. Цепляют, как бы.
как жить без тебя. Что-то цепляет, как бы. Как не хватает так жить без тебя. Что-то цепляет, как бы. Концерт группы 7Б продолжим через пару минут. 7Б у нас по-прежнему в гостях в преддверии больших праздничных концертов, чем мы еще раз поздравляем. Ну, во-первых, у Ивана будет день рождения, во-вторых, 11 марта глав клуб Green концерт и 15 марта в Питере в Космонавте день рождения группы. О, ждем всех. Да, ждем всех. Одни праздники. Одни праздники. Ну, это здорово. Одно день рождения переплывает в другое, уже потом просто слово «с днем рождения» начинает тебе как-то штубаторить. Ну почему? А, кстати, лучший подарок для тебя какой? Понятно. Иван, лучший подарок для тебя? Это просто спеть вместе с нами, вместе со мной. Это будет лучший подарок. То есть, чтобы народ пришел? Конечно. А сын, допустим, тебе дарит что-то там? Ну, в творческом плане, ведь он тоже музыкант. Нет, конечно, есть очень приятные подарки. Вот, допустим, какой-нибудь узнают, я люблю какой-нибудь зипа, зажигалка какая-нибудь. Вот. Я, то есть тебе много не надо, я смотрю. Выгравлена на зажигалке, допустим, строчка из нашей песни. Искре нужна зажигалка, а имени тела. Ох ты, клевая, как 7Б на ней. Ну вот так. Вот мне нравится это. Как бы, понятно. Все, что сделано своими руками. Конечно, рисунки какие-то очень приятные. Ну, я понимаю, но человек-то рукастый, потому что жестянщик бывший. Хотя, наверное, не знаю, ты сейчас еще руки помнят или нет? Конечно, буквально документальный фильм вышел о жестяных еще движениях и даже в реальном времени. Поэтому можно посмотреть всем один из документальных фильмов, который буквально... Посвящен именно тому, как ты занимаешься жестянкой? 2-3 месяца назад вышел. Можно его то посмотреть. Есть, если что, если, если с машиной проблема, можно к тебе обращаться, да? Так, как, нормально. По-любому. По-любому. Хорошо. Недорого. Договоримся. Многопрофильные специалисты, да. Продолжим музыкальную программу. Я предлагаю еще одну замечательную песню, которая появилась совсем недавно, да, насколько я знаю, прям в этом году премьера состоялась уже. Да, в этом, ну, премьера на Старый Новый Год была премьера нашей песни 13 декабрь и была завершена именно в Новый Год. Ну, не успели ее правильно реализовать именно в новогодний, мы решили на Старый Новый Год, это как раз вот 13 числа января и 13 декабрь. Ну, а сейчас премьера на Авторадио. Поехали. Премьера на Авторадио. Поехали. Поехали. Придавай значение пустых дорогам с небесных этажей. Лови число, листая цифры в последний месяц года. В
встречай рассвет, закат, не провожай глазами память, не торопись. 13 декабря, встречай рассвет, закат, не провожай глазами память, не торопись. 13 декабря, не возвратятся круги планет, и календарь подарит снег. Пиши письмо, встречаясь адрес, последний месяц года. Встречай рассвет, закат, не провожай глазами память, не торопись. 13 декабря, встречай рассвет, закат, не провожай глазами память, не торопись. 13 декабря. На небо звезды, картина маслом, смотри кино. Там все про нас, последний месяц года. Встречай рассвет, закат, не провожай глазами память, не торопись. 13 декабря, встречай рассвет, закат, не провожай глазами память, не торопись. 13 декабря, не предавай, не возвратятся на небо звезды. Не предавай, не возвратятся. Не провожай глазами память. 13 декабря. Браво! И сейчас практически не прерывая, потому что без этой песни, как уже сказал Иван, не обходится ни один концерт. И, конечно же, вспомним, с чего все началось. «Молодые ветра», 7Б. Для всех, кто в пути, лови молодые ветра, поехали!
брату нужны слова. А по небу бегут, видишь, чьи-то следы. Это может быть ты, это может быть я. Спасибо огромное, ребята. Рады знакомству и до новых встреч в эфире. Спасибо. Спасибо.